Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Сьогодні ми поговоримо про всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Миколаївські зорі», що відбудеться у нас в Миколаєві зовсім скоро. У нас в гостях Анатолій Кривошей, провідний методист хореографічного жанру Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, заступник голови Миколаївського обласного творчого осередку Національної хореографічної спілки України. А також Світлана Леоненко, член журі всеукраїнського фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва «Миколаївські зорі», член Асамблеї науковців і митців України, член Національної хореографічної спілки України, магістр хореографії. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Пане Анатолію, розкажіть, будь ласка, про конкурс, який відбудеться у нас. Ну, буквально накануні, 29 апреля, пройдет открытие всеукраинского фестиваля конкурса хореографического искусства «Николаевские зори». Идут последние штрихи подготовки. Конечно, эта подготовка и шла уже давно. Как бы мы заканчиваем одно мероприятие, готовим другое. Вот. Но сегодня уже идет наверстывание программы, подготовятся документы конкурса и репетиции открытия. Вот, фестиваля конкурса, поэтому все силы сегодня уже как бы последние дни, работа, усиленная работа над подготовкой, потому как в этом году мы проводим первый раз всеукраинский фестиваль, поэтому серьезная работа и по подготовке конкурса. Вот. Наш конкурс очень давно проходит. Кстати, хочу подчеркнуть, что в этом году у нас 20 лет. 20 лет Миколаевским зорям. Юбилей. Да. Вот. И вот совпал юбилейный конкурс с всеукраинским. Вот. Хочу сказать немножко о конкурсе. Угу. В 1997 году впервые по инициативе областного центра народного творчества управления культуры национальностей, государственной администрации, при поддержке областного творческого отделения Национальной хореографической спилки Украины, вот, впервые проведен конкурс как областной «Миколаевские зори». Начинался он в 90-е годы, сложные годы, поэтому очень сложно было в то время не только с хореографией, а вообще с творческими коллективами, вообще с культурой. И для поддержки хореографического искусства в области вот был и продуман, и создан украинский, започаткован, да, создан такой конкурс. Он потихонечку начал набирать обороты, все больше коллективов принимало участие, и вот в 2002 году впервые пригласили коллективы и из-за предела нашей области. То есть первые наши гости были из города Херсона. Вот, и вот с 2002 года он получил статус как региональный. И до 2009 года, в 2009 году этот конкурс прошел, будем сказать, такой с рекордным количеством участников. На то время 45 коллективов приняло участие, и практически весь южный регион Украины был участниками конкурса. Вот. Это и Запорожье, это Херсон, это Одесса, это Крым, Автономная Республика, коллектив прекрасный приехал. Впоследствии они приезжали в 2013 году, их уже 6 коллективов приезжало только с Крыма. Вот. Ну, потихоньку география начала расширяться. И появились коллективы Винницкой области, появились коллективы Киевской области, Кировоградской области. Запорожский уже был, да, они с самого начала были в том. И по инициативе руководителей коллективов было обращение к нам в том, что Анатолий Васильевич, давайте подумаем о том, чтобы этому конкурсу уже придать статус всеукраинского. Вот с 2009 года, да, мы очень так сложно идем к этому конкурсу всеукраинскому. И вот в этом году впервые
пришла на, вот буквально накануне постановок Кабинета министров, извините, Министерства культуры Украины о присвоении фестивалю-конкурсу «Миколаївські зорі» статуса всеукраинского. Какие факторы нужны для того, чтобы вот региональное такое вот мероприятие, да, конкурс стал уже всеукраинским? Ну, факторы нужны, во-первых, это качество и уровень коллектива. И потому как без уровня соответствующего, в общем, сложно говорить о статусе всеукраинского. Для этого проделана очень огромная работа. И с 2009 года были введены такая форма, как отборочные туры. Угу. Вот, региональные. То есть была область разделена на 4 региона и плюс город Николаев 5. И вот мы выезжали все вместе, да, членами жюри области по регионам и просматривали коллективы, вот, и делали уже отбор до регионального конкурса. Я должен сказать, что не только, допустим, была идея отобрать коллективы на конкурс региональный, а была та идея еще, чтобы поддержать сельские коллективы и вытащить село на большую сцену, потому как не каждый коллектив, имея материальное состояние нормальное, допустим, особенно сельского региона, чтобы приехать в область. Поэтому была дана возможность подтянуть коллективы и простимулировать их для участия в конкурсе. И вы знаете, что впоследствии это дало ощутимый результат. Сегодня у нас коллективы не только районных домов культуры области и города Николаева, а ряд коллективов, есть сельские коллективы, которые появились, новые коллективы, и очень крепкие, которые сегодня могут бороться на уровне со коллективами городскими. Даже конкурировать. Конкурировать, да. Вот. Поэтому вот эта работа вся и привела к тому уровню. Ну, безусловно, статус всеукраинского дает возможность пригласить коллективы Украины. Вот. Мы подтянули свои силы, и теперь приглашаем, и к нам с удовольствием приезжают все больше и больше коллективов с областей Украины. И сегодня мы уже, ну, я должен сказать, что предел, допустим, 10 областей участвуют в нашем конкурсе. Вот, поэтому мы, я считаю, достигли результата и по праву получили статус всеукраинского. Светлана Васильевна, а насколько жанр хореографии вообще развивается сегодня в Николаеве, в Николаевской области? Ну вот в городе и в области можно сказать, что хореография развивается интенсивно, притом очень интенсивно. Можно сказать, что это хореографический бум произошел, возрождение, всплеск хореографии. И, в принципе, можно сказать, что хореография не только развивается, скажем, там, в традиционном жанре, в народном, это и классическая хореография, это современная классическая хореография, бальная хореография, оригинальная хореография, которая вот буквально совсем вот недавно как бы так вот родился такой вот жанр. И, естественно, современная хореография со всеми его вот веточками, которые вот, ну, развиваются тоже очень сильно. Это идет от брейк-данса до хип-хопа и уличных танцев. То есть вот все эти направления, они действительно, вот я правильно, вернее, я так смело высказала свою мысль, что это бум, потому что это действительно бум. Можно сказать, что теперь наша область стала танцевальной. Вот. Что можно сказать, что появились много, очень много интересных коллективов. И притом эти коллективы со своей структурой. То есть, опять же, есть традиционные коллективы, так как ансамбль танца, а есть ансамбли, которые уже претендуют на театр. Есть театр танца. Это более глобальная постановка. Да, да, это уже в основном идут формы крупные, масштабные. Если очень оригинальный ансамбль, который тоже как бы уже имеет свое название, театр образно-сюжетного танца, это Эмпирей, который заявил о себе очень громко и является обладателем гран-при, где бы они ни присутствовали. То есть они все время забирают, в общем-то, берут эти вот, ну, такие большие награды. Есть интересные коллективы также, которые работают в этно, в фольклоре. Вот.
потому что у нас очень много национальностей в Николаевщине, поэтому действительно это сохраняется, эти традиции. И вот для этого очень большую работу проводит областной центр. Настолько большую, что вот это, наверное, дает вот тот импульс, который помогает этим коллективам потом принимать участие во всевозможных конкурсах. И вот я, может быть, повторюсь, что это путь был тернистый. Он действительно был тернистый, потому что от простого, скажем, областного конкурса он прошел региональный, ну и теперь всеукраинский. Будем надеяться, это что будет что, международный. И что будет международный, да. И знаете, что я хочу сказать? Что вот этот, скажем, конкурс «Миколаевские зори», он очень любим. И я хочу, знаете, как-то отметить, что ему доверяют, а это очень главное. То есть и очень важно, когда доверяешь конкурсу, в котором ты участвуешь. И он набирает, как бы, скажем, там престижность. И вот поэтому, что сказал Анатолий Васильевич, что география расширяется, это не случайно. Потому что действительно уже конкурс, он действительно становится престижным. В нем престижно принять участие. Потому что есть конкуренция здоровая очень. И я считаю, что вот, знаете, как говорит Николаев, это не только спевучий край, но еще и танцевальный. Кстати, о танцевальном. Вот перед тем, как началась подготовка к этому конкурсу, да, всеукраинскому, прошел еще и областной конкурс. Да, буквально как бы недавно, будем говорить так, перед Новым годом, вот, конца ноября. Вот, снова хочу немножко вернуться к отборочным турам, которые мы проводили, да, вот настолько они стали популярны, настолько много стало коллективов у нас участвовать, что вот возникла сама по себе идея, ну, создания такого областного конкурса, потому что уже до 100 коллективов, да, вот набиралось-то. Вот последний конкурс у нас, мы провели его впервые, Прилина Прибужья, как новый областной конкурс, и у нас сразу в нем приняло участие 94 коллектива области и города. Вот, это, ну, рекордное количество. Мы что-то снова рекордом идем, да? 94 коллектива. Сам областной конкурс проводится как бы на две части разделен. Одна часть проходит в городе Южноукраинске, это весь север области. Вот, и южная, восточная часть области проходит у нас в городе Николаеве. В частности, в этом году, в прошлом году она прошла во Дворце культуры молодежной. Вот, хочу сразу сказать спасибо большое Захаровой Юлии Викторовне, да, за вообще очень поддержку, и она с радостью идет нам навстречу. Мы проводили там и областной конкурс, и в этом году всеукраинский мы проводим тоже в концерт-холле «Юность», снова при Юлии Викторовне поддержки. Вот. И 94 коллектива, уровень. Я должен сказать, что уровень настолько был высок, что сложно было, вы помните, что с этого конкурса нужно было отобрать коллективы к участию в финале и первого всеукраинского фестиваля. И вот было так, что, ну, наверное, процентов 70 нужно было просто взять вот, и пригласить их на участие в всеукраинском фестивале. Ну, все ж таки требуется какой-то регламент и требует ограничений, потому что еще ожидаем коллективы, правильно, из областей Украины. И поэтому было отобрано строгим жюри 46 коллективов Николаева и области для участия в всеукраинском фестивале. Вот. Ну и хочу уже как бы перейти, да, к сегодняшнему дню, и на сегодняшний день мы уже ограничили прием заявок, и у нас на сегодняшний день более 100 коллективов будет участвовать. Так что все-таки больше половины коллективов, больше половины коллективов у нас приезжает из других областей. Я хочу отметить Херсонскую область. Вы знаете, что это наши соседи, но настолько они полюбили конкурс «Миколаевские зори», и им настолько приятно приезжать к нам в Николаев, что я хочу сказать, я сегодня не подсчитывал количество, но, допустим, по конкурсу 2015 года «Миколаевские зори» 22 коллектива из Херсона и Херсонской области участвовали, только из Херсона и Херсонской области участвовали у нас на конкурсе. Я думаю, что в этом году не меньше будет.
с Херсона тоже коллективы. Ну, безусловно, коллективы Винницы, коллективы Киева и Киевской области, Хмельницка, Черкас, Сумы, Кировоград приезжают, хочу подчеркнуть, приезжают с Винницы не только там коллективы области, а приезжает Винницкое училище культуры, то есть студенческий коллектив приезжает, вот, потому что у нас есть в номинациях еще и в категориях есть категория, да, категория заведения. Учебных, специальных учебных заведений культуры и искусств. Поэтому у нас в этом году участвует Херсонский державный университет, хореография, да, кафедра хореографии, участвует наш университет культуры, участвует, представил очень так объемную, колледж, объемную работу колледж наш. Очень, культуры. Почти все педагоги принимают участие. Практически все педагоги принимают участие, да. Поэтому вот как бы так и представлено у нас учебное заведение сегодня, так объемно. Светлана Васильевна, вот расскажите, пожалуйста, какие коллективы у нас есть вот показательные в нашей области? Знаете, вот чтобы говорить о коллективах, которые у нас вот в области, то есть действительно, может быть, даже, чтобы не обидеть и кого-то забыть, потому что вот на сегодняшний вот день, так скажем, я говорила, что уже настолько коллективы выросли в техническом, в таком вот, знаете, вот отношении, что эти коллективы заявляют себе очень так, знаете, громко. И такие коллективы не только в городе, но и по области, то есть их очень много. Но я так вот, может быть, пусть ну, не обижается, там, да, это Квиты Украины, Южноукраинск, это же Славия из Баштанки, это Джерельце наш Николаевский, Ренессанс, опять же наш Николаевский, это идет Юнис Прибуще, Золотой Колос и Радись, это из Очакова. То есть да. Это такие вот коллективы, которые... Понимаете, на которых можно уже, как говорится, проводить семинары, что и делает научный центр методический наш. То есть хорошие семинары по, скажем так, по хореографии проводятся на вот этих коллективах. Как мастер-классы, да? Как мастер-классы, да. А это что? Это дополнительный стимул и дополнительный, как говорится, еще и допинг, потому что это иначе нельзя так. Потому что многие коллективы приезжают из области, стараются не пропускать эти семинары. Вот. Есть интересная форма, которую да, мы тоже проводили, это семинар начинающих хореографов. То есть там есть люди, которые... Ну, вообще к хореографии вообще никакого отношения не имеют. То есть это учителя, это медики, это бухгалтер. Но, как говорится, любят это дело. И сейчас они имеют свои маленькие коллективы. И стараются не пропустить вот это вот занятие, как початкивцев. Просто, да, да? Не каждое село, да, сельский клуб может иметь специалиста по хореографии, да, или по любому жанру. Поэтому берутся, конечно, кто-то когда-то танцевал, да, вот, кто-то просто им нравится хореография, вот берутся и ведут коллектив. Вот. И вот они приезжают, безусловно, на семинары и учатся, вот, и благодарят, и мы ездим конечно. На места, да, а интересная какая форма, где у нас взрослые. В это в Ниво Вознесенск. Люди, которые за 40, за 50, это люди, которые занимаются в ансамбле народного танца. То есть они начинали, когда еще были маленькими, теперь уже их дети там продолжают. А у них свой коллектив, где они представляют вот это вот свое мастерство. То есть это действительно очень хорошая преемственность. И таких коллективов у нас тоже уже что? Да, растет взрослый коллектив. Это в Казанке у нас есть такой коллектив, есть в Очакове такой коллектив. Есть у нас в аграрном университете, здесь уже в Николаеве. То есть, кстати, даже вот появление этих коллективов дает как бы такую уже задумку добавить еще возрастную категорию. Потому что да, у нас возрастная категория идет от 15 лет и старше. Ну, обычно у нас старше там, ну, до 25, но ну, не старше участвовали. А сейчас, получается, в конкурсе, ну, как бы не могут молодежь совсем, да, соревноваться, ну, да, там, допустим, соревноваться, там, с людьми, да, которым да, уже да. далеко и за 50, за 40. Поэтому, наверное, вот мы уже со следующего года, наверное, ведем одну из категорий, еще вот как бы так за 25 там или с 30 лет. С 30 и старше, и выше, ну, что-то да? такое, да, в таком да. плане. А кто будет судить? Кто ну, будет выбирать лучших судить, вы знаете, из лучших? Вы знаете, у нас как бы уже есть и традиционные да, члены жюри, которые постоянно находятся, и наш, с нашей, нашего города, который как бы в областных конкурсах оценивает наши коллективы. И, безусловно, мы приглашаем и с других областей профессионалов.
Вот. И немножко и не меняем, да, мы меняем там. Ну, у нас традиционно вот сложился на, еще с регионального конкурса. У нас глава жюри – это Саакянц Юрий. Он руководитель национального ансамбля песни, танца и музыки «Чайки» Одесской филармонии. Вот. Очень много представителей. Да, да, заслуженный дьяч мистецтв Украины. Вот. Безусловно, наш мэтр украинской хореографии, голова национальной спилки Миколаївського осередка Мирляну Михаил Васильевич, вот, и заслуженный працівник культуры Украины. С Херсоном мы в этом году пригласили члены жюри специалистов современной хореографии. Это Рихлицкая Алла, заслуженный работник культуры Украины, да, Херсонский державный университет и отличник образования. Это Макогон Леся, заведующая циклом хореографии, современной хореографии Херсонского училища культуры, да, училища культуры, они, да. Вот. Это Светлана Васильевна, вот, безусловно. Вот. Ваш покорный слуга тоже, как член жюри. Никого не пропустил? Ну, Дальчук у нас. А, да, и впервые, быть, да, впервые пригласили мы отличник освіти, заслуженный працівник культуры Украины, руководитель ансамбля «Барвинок» известного коллектива, голова Луганского областного осередка национальной хореографической спілки Украины Владимир Дальчук. Вот впервые тоже. То есть у нас такое представительное жюри: Киев, Одесса, Херсон, Николаев. Вот, так что жюри строгое, и люди профессионалы своего дела, и я думаю, что коллективом будет бороться сложно и упорно за то, чтобы занять призовое место. И к тому же еще и коллектив. Я должен сказать, в 2015 году, когда Юрий Саакянц говорил: нет, ну это ж на конкурс просто сложно выбрать, кому какое место дать. Ну, конечно. То есть настолько такое было, да, вы помните, он говорит, что настолько было, настолько сильны коллективы, что вот просто даже, ну, равного уровня вот так, что просто, знаешь, ну кому первое, кому второе, если они, допустим, все там на первое место тянут. Очень сложно. Там же по баллам даже идет. То есть уже балл в балл даже совпадает в баллы. И поэтому уже там уже прескипало, украинскую мову прескипало, уже выбирают чего-то там, это чтобы все-таки определить, кто же первое, кто второе. Я надеюсь, что в этом году будет такая же конкуренция, да, такой, да, же уровень коллектива. Здоровая конкуренция, да, будет присутствовать обязательно, потому что без этого нельзя. То есть это... Чего ожидать? Какая программа будет этого конкурса? Ну вот мы с вами 29 числа в 10:00, вот, открытие фестиваля будет проходить, так что в день международного я хочу, дня танца, хочу воспользоваться, да, моментом всех пригласить, да, на наш конкурс, и 29 числа, 30 числа с 10:00 и 1 мая в 12:00 гала-концерт победителей и конкурса. Ну, а по программе в первый день у нас будут участвовать и соревноваться это коллективы бальной хореографии и современной хореографии. Вот. И в первый день у нас будет принимать участие 46 коллективов. Во второй день, 30 апреля, в 10:00 начинается, мы смотрим с вами детскую оригинальную хореографию, народную хореографию и классическую хореографию. По сколько номеров будет? Каждый коллектив представляет два номера. Вот, и на целый день. На целый день. И 30 апреля принимает, давайте будем считать, у нас больше 100 коллективов принимает участие, вот 46 в первый день, все там остальные, 60 да, с чем-то коллективы принимает в следующий день. Безусловно, 30 апреля у нас будет загружен, да, в принципе, и 29, да, а 30 это просто до вечера, наверное, до темна, несмотря на то, что день увеличился у нас. Да. Вот. Ну и 1 числа жюри обсудит, 30, и 1, в принципе, 29 и 30 числа обсудит и отберут номера, лучшие номера победителей конкурса, и эти коллективы со своими лучшими номерами будут представлены в гала-концерте 1 мая. А еще пока неизвестно, сколько приблизительно будет этих номеров. Ну, примерно, понимаете, что до безразмера нельзя растягивать. Ну, конечно. Вот, примерно по времени определяется гала-концерт в пределах 2 часов.
Вот, где на гала-концерте будет еще у нас один момент, это перед самим концертом у нас пройдет торжественное награждение наших руководителей города и области к Международному дню танца, который будет, будем отмечать мы 29 числа, в день открытия фестиваля нашего. Вот, поэтому будет тоже награждение там и администрации, и управления культуры, вот, и спилкой будет награждены, спилка, и центральная спилка будет награждена наши лучшие коллективы, наши лучшие руководители. Руководители, да. У них все лучшие. Ну, одновременно всех же не наградишь, да? Поэтому мы, часть руководителей будет награждены. Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли, что рассказали довольно-таки интересную информацию. Я думаю, что зрители, которые нас смотрели, вообще все, кто живет в городе и у кого есть возможность приехать посмотреть, ну почему нет? Это же такое приезжайте, глобальное, смотрите, такое, да, свято. Знаете, да, я хочу сказать, что перефразировать Олега Янковского, который в фильме говорил, господа, улыбайтесь, так я хочу сказать, что танцуйте, господа, танцуйте и приезжайте к нам. Да еще раз большое спасибо. И вам спасибо за приглашение. Спасибо. Застрелим вас. Всего доброго. За тыжень, да? До свидания. До свидания.